на торжественной линейке в честь столетия со дня основания пионерии собрались все, кто гордо носит красный галстук. Хотя сейчас праздник называется Днем детских организаций, их члены продолжают активно поддерживать традиции и идеи пионерского движения. Хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали серьезные направления своей жизни и сделали правильный выбор, повязав свои галстуки. Вам предстоит великое будущее. И я верю, что оно будет действительно достойным, потому что вы настоящие пионеры. С праздником вас! И я очень надеюсь, что самое главное, что даст нам пионерская организация, это вырасти достойным и хорошим человеком. Здесь сегодня собрались самые лучшие ребята и самые активные члены пионерской организации, которых мы поздравляем с этим праздником. Самое главное, будьте всегда достойны этого звания и будьте всегда успешны и всегда помогайте друг другу. На линейке Союза детских организаций «Сияющие звезды» наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и званиями лучшие дружины, старших вожатых, инструкторов, а также самых активных и творческих ребят. Более сотни человек, пионеры и их наставники, получили сертификаты об освоении пионерских профессий и патенты. Меня сегодня наградили за особый вклад в общественную деятельность на муниципальном уровне и в связи со столетием пионерской организации. Каждый год мы проводим коллективные творческие дела, принимаем ребят-пионеров и также награждаем пионеров-инструкторов, ребят, которые каждый год становятся на ступень выше и добиваются высокой цели. Ольга Александрова из школы номер 16, одна из ветеранов-педагогов пионерского движения, соблюдает традиции преемственности. Она подготовила юным пионерам наказ, который потом передадут в музей детства Дворца детского творчества. Пионеры, будьте добрыми, честными, справедливыми, активными, целеустремленными. Уважайте старших, помогайте младшим. Творческих успехов во всех начинаниях. Праздничная встреча в честь столетия пионерии завершилась песнями в Орляцком кругу. А для вновь вступивших в ряды Союза «Сияющие звезды» утром 19 мая на лыжной базе состоится праздник «Первый рассвет». Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.